Футболист «Луч энергии» попал в сборную ФНЛ. Главный тренер команды от футбольной национальной лиги Евгений Бушманов определил окончательный состав сборной на товарищескую игру с молодежкой Кипра. В число 19 приглашенных футболистов вошел и 22-летний центральный защитник нашей команды Алексей Грицаенко, отыгравший в текущем сезоне все 22 матча и забивший в ворота соперников 3 мяча. Матч с киприотами пройдет 29 ноября в городе Лимассол. Напомню, что сборная ФНЛ, составленная из лучших футболистов лиги, проводит товарищеские матчи каждый сезон. До прошлого года включительно нашим традиционным соперником была сборная итальянской серии «Б». Кубок города по скалолазанию пройдет во Владивостоке. 19 и 20 ноября сборные команды вузов, КФК и спортклубов встретятся на скалодроме Владивостокского морского техникума. Соревнования пройдут по традиции в двух видах – на трудность, где скалолазам предстоит как можно выше взобраться по нелегкому рельефу, и на скорость, где участники будут работать только на время. Бороться за победы будут спортсмены различного возраста. Кроме личного первенства подведут итог и командным результатам. Они будут представлять из себя сумму баллов трех лучших участников. Стоит отметить, что чемпионат Владивостока проводится ежегодно. В прошлый раз эти соревнования собрали более 100 скалолазов со всего края. Открытые чемпионаты первенства города Владивостока по смешанному боевому единоборству пройдут на ближайших выходных. Местом встречи бойцов станет спорткомплекс кампуса ДВФУ. Как отметил руководитель городской федерации СБЕ ММА Владислав Ясин, в турнире примут участие молодые перспективные бойцы, в первую очередь для получения соревновательного опыта. Формат турнира специально сделан открытым для привлечения большего числа спортсменов, чтобы в нем могли участвовать ребята не только из Владивостока, но и со всего Приморского края. У нас есть хорошие примеры для подражания. Имена многих приморских спортсменов уже известны на российской и международной аренах. А начинали они так же, как и все, на городских соревнованиях. Чемпионаты первенства посетят бойцы двух возрастных категорий. Это старшие юноши 16-17 лет, а также взрослые спортсмены от 18 лет и старше. Открытие зрелищных поединков пройдет 19 ноября в 10:00. Максим Яковлев, новости спорта на 8.